Заработная плата нам так и не выплатилась, ни пособия, ни заработной платы нам не выплатили. И это при том, что Надежду и еще 69 работников ЗАО «Балка.ру» сократили в конце апреля прошлого года. Предприятие за последние несколько лет меняло название, производство переходило из рук в руки. На линиях были простои. Последние деньги тагильчанка получила год назад. Нам последний раз заплатили аванец за февраль месяц, в марте месяц. Как обычно, мы ждали зарплаты нам не дали, мы написали в прокуратуру. В мае месяце нам заплатили 25% от заработной платы, то бишь то, что вот осталось, 25% от зарплаты. 4000 мне перевели. Трудовую книжку женщина получила по почте. На назначенную встречу с бывшими работниками предприятия летом руководство не явилось. А сумма долга только перед Надеждой составляет 200 тысяч рублей. Сумма примерно где-то около 100 тысяч получается. Но это только Балка мне должна. Мне должна еще Интерросметаллургия. Тоже там около 100 тысяч. Получается, 200 тысяч мне эта компания должна. Отстаивать свои права тагильчанка намерена в суде. На первое заседание ответчик руководство предприятия не явилось. Следующее заседание назначено на 26 февраля. Антон Исаев, Наталья Филимонова, Михаил Крюков, Андрей Фатыхов. Новости. Тагил ТВ.